Возможно ли, сеньор мой, что любовь вдруг овладела вами так внезапно? Наша жизнь — сцена, а правила в ней были придуманы для того, чтобы их переписывали. Я Аполлон. Тот самый златокудрый Аполлон, повелитель муз, покровитель искусства, поэзии и музыки. Ну что, давайте начинать. Добро пожаловать на Олимп. Сегодня особенный день. День рождения Афродиты. У меня пока нет подарка, но я надеюсь на своих друзей. Конечно, я пойду туда не один, а с теми, кого вы и так все хорошо знаете. Но на всякий случай я все-таки представлю их вам. А заодно покажу, чем каждый из них занят. Зевс эстет. Он отлично разбирается в гастрономии и вине. Коллекционер, галерист и ценитель хорошей музыки. А еще он фотограф. Зевс само спокойствие, но всегда готов напомнить о том, что он громовержец. Сэр, вам угодно ли ехать на охоту? Сэр! Афина, самая востребованная художница Олимпа. Ее стиль, резкий как копье, знает каждый. И в жизни, и в живописи ей присущи четкость, смелость и решительность. Мне нравится ваш внешний вид. И хоть порой... Природа — тот прекраснейший источник, который в глубине скрывает муть. Мне кажется, вы не из таких. Мне верится, что ваш характер сходен с открытым выражением лица. Гефест. Искусный ювелир. Хоть он и силен, сила его направлена не на разрушение, а на созидание и создание произведений искусства. Одним из таких явно станет украшение, которое сегодня он подарит Афродите. Что за кольцо и что все это значит? Неужто леди мною увлечена? А вот и Афродита. Она упорна в своем стремлении добиться совершенства. Конечно, не обходится без капризов, но зритель всегда остается доволен. Ведь она безупречна на большой и на малой сцене. Молод, свеж, богат. Его все хвалят. Говорят, что он свободен, смел, учен и грациозен. Но все же я не могу любить его. Он мог бы это сам давно усвоить. Сюрприз! Если тени оплошали, то считайте, что вы спали. И что этот ряд картин был всего лишь сон один.